Всем привет, с вами снова я, и сегодня мы будем играть в игру «Мой Ам-Ням». Да, я уже давно не зашла на танц. На планшете. Будем вот такой ролик. Играем на планшете. В игру «Ам-Ням», в игру «Дружба», это чудо. Я в нее еще не заходила. Так, все, зайду, развеюсь, все как обычно. Ай. Так. Ну давай, загружайся. Не всегда так было. Вот такой звук. Ты кушать хочешь? Ой, давайте я ухаживаю за мной, чтобы заработать немного, покупать бензин. Очень интересная. Такое деревце, садик типа. Так, тут ее моешь. И появляется такая-то. Надо снимать, смывать это все. Так, возьмем мятное, оно лучше действуется. Вот такое. Все красиво. Там головная паста обычная. Зубки тоже надо чистить, амняши. Рекомендую брать отметины. А самое молоточное. Не обязательно много. Вот ты одной такой. По 5 тенге всего лишь. Это по 30 обычно. Не одна, а по 45. А вот жирная паста, земляничка по одному. Давайте на нашу игровую перейдем. Я покажу вам. Ладно. Это очень часто у меня случается. Так, выйду-ка. Так, давай. Это в нашем. Конечно, видите, 2%. Должно быть 3. Тут она спит. Ей нравятся эти игрушки всякие. Вдруг она кончается. Можно играть в мини-игры. В любые. Это моя самая любимая. И вам придется показать только 3. О, посмотрю-ка я видео, чтобы добавить. Недоступно что-то там. Это моя самая любимая. Я вам ее покажу. В ней я мастер. Да. Ладно, сейчас я вам покажу ту комнату. Так, вот садик. И она необычная. Она прикольная. Тут растут эти. И она кушает. Ага. А тут выбрать мини-игры. Давайте, вот это первая, которая мне открылась. 10 ходов. Это самое легкое и простое. Пишите в комментариях, понравилась ли вам эта игра. И надо ли будет мне в нее дальше играть. Нравится ли вам или нет. Ой. Ой. Что со мной? Ну я в ней реально профиль. Мне очень она понравилась. Я в нее так играю. Я в ней доходила до 11-го. В 11-м я, конечно, проиграла. Май. Я иногда бываю не права, но все равно. Я до 300 с чем-то всегда дохожу. Очень много. Не знаю. Вот что я знаю.
пальцами. Сейчас не в себе. Ну, я вам все покажу, и можно ей спать. Я ее... А просто так заряд у нее не тратится. Конечно, нет. Обязательно его надо потратить. Ну, а чем? Может, вы узнаете. Да, заряд тратится, если вы догадались, заряд тратится. Не всегда у меня срабатывает это. А, да. Точно же. Ну так я всегда доходила до много. До 10-го, до 11-го. Давайте я сделаю потише, а то сильно громко. Возвращаемся домой. Так, отсюда. Нашей амняши. Ну, видите, уже 1%. Надо ей купить медвежонка поиграть. Она играется с ним, он нравится. Ей нравится это. Она прикольная. Конечно, копятся уровни. Можете посмотреть, заметить. Вот чтобы этот, надо 1800. И вот, говорится, что вы получите при этом. Также тут можно выбирать задания. Например, подзови амняшу к нижнему шкафу, можно начинать читать книги. Научи амняшу качаться на стульях, провери тренировку 2 раза. Уход за зубами должен быть ежедневно, хотя бы раз в день. В течение 3 дней подряд чисти зубы амняши. Или ничего не сработает. Прикольно. А когда все становится пыльно, и тут есть такой мотелок, вы его возьмите и проведите. Все, давайте. Вот так. А, нет, я еще кое-что забыла вам показать. Я же вам... Одежду забыла показать. Вот. Без шляпы можно. Если вы хотите, вдруг одели, и вы ее не хотите. Можно без шляпы. Я хочу надевать им эти ушки. Мне нравится. Это веснушки, бабочка, гейша, тигренок. Это очки, глазки, робо, карамель. Пинцетти, ну, сердечки, нежные, гипноз, ну и бабочки. Так, носочки. У меня как раз вот эти вишневые, клевые, прикольные. Много есть, каких я не открыла. Ой. Пришелец Лео. А, Лео я уже купила. Вот, смотрите, пусть она так. Ну все, пошлите домой. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Приятных вам комментариев.